Суп. Ну и что же нам теперь делать, шериф? Я не знаю. Как ты себя чувствуешь? Не очень, Гил. Мне нехорошо. Я становлюсь угрюмой. Цепная реакция. Ко всему, что шериф Молли тоже стала угрюмой, и она уехала подальше от части Вилли. А тем временем все в городке тоже начали становиться угрюмыми. Наш счастье Вилли перестал быть веселым. Да. Минутку внимания! Учитывая происходящее, боюсь, что этот городок больше нельзя назвать счастьем, Вильям. Что? Да, это место угрюмое, и нам никак это не изменить. Теперь наш город будет Угрюм-Сити. Угрюм-Сити? Я хочу жить в Угрюм-Сити. Я тоже. Может быть, нам уехать? Нет же, стойте! Должен быть какой-то выход. Извини, помощник Гил. Никто не хочет жить в Угрюм-Сити. И я тоже. Ты прав, малыш. Нам надо вернуть шерифа Молли. Мы должны спасти наш город. Привет, шлёп-пузырёк. Шериф, ты должна вернуться. Мистер Угрюм сделал всех такими угрюмыми, что все покидают город. Расскажи, что... Вечеринка поможет, но ничего не вышло. Обычно я знаю, что делать, но сейчас полностью растеряна. И поэтому я стала такой угрюмой. Да, я полагаю, что я тоже стал бы очень угрюмым. Спасибо, что поговорил со мной. Если честно, сейчас мне стало немного лучше. Рассказ из Тонца. Аббас Маршев, Аббатас. Если сестонка, мы с сестонкой могут остаться сейчас. Здорово. Сестонка с Аббат. А ну не стонка. Стонка. Что ж. Мистер Угрюм? Ау, вот он где. Я бы очень хотела с вами поговорить. Может это Липа? Тупав. Пята. Может сказать стонка. Ну, стонка, не бойся. Стонка. Только вокруг слишком много народу. Для нашего разговора надо найти тихое место. Поможете мне? Какое из этих мест самое тихое? Ресторан Димы? Скамейка в парке? Или наша конюшня?
Ладно. Пускай огонек. Ага, боюсь. Давайте присядем и поговорим мистеру Грю. Окей. Ну ладно. Мне кажется, вы очень угрюмы сегодня. Расскажите, что случилось? Никто меня не спрашивал об этом. Я полагаю, я... Продолжайте. Ну, все началось утром. Мой завтрак был остывшим. Затем я ударился плавником об угол. К тому же день был таким жарким. Улица была слишком пыльной. Солнце светило прямо в глаза. Вот я и стал таким... Вау, со стоном был. Похоже,